Если говорить про 2020 год, то это 110 объектов, уже более 90 объектов завершились полностью. Как бы на остальных объектах они уже завершаются и будут в октябре месяце все завершены. У нас выполнено было где-то ремонт на площади 1 040 000 квадратных метров, и из них 730 тысяч это методом на полной замены покрытия. Там, где ходит транспорт городской, то это всегда асфальтобетонная смесь с добавками, повышенная деформационная устойчивость. После 4 лет где-то появляются какие-то незначительные трещины, можем их заделать, чтобы дальше не развивалось. Но, в принципе, покрытие служит до 10 лет.